Всем привет, меня зовут Кирилл, и в этом ролике я покажу тебе, как набрать 4000 часов просмотров на твоем YouTube-канале, чтобы подключить монетизацию. Ну что, погнали? Ну и тут же давайте поговорим, для чего нам вообще все это нужно. Во-первых, 4000 часов просмотров поднимает авторитет канала и очень сильно бустит его в ранжировании и выходе в рекомендации. А во-вторых, набрав такое количество часов, мы сможем подключить монетизацию к нашему каналу. И да, кто-то вам может рассказывать, что для того, чтобы подключить монетизацию, нужно крутить рекламу в Google AdWords. Но, блин, этот способ, если честно, очень и очень сильно такой себе. Во-первых, на 4000 часов просмотров у вас уйдет около 15-20 тысяч рублей. Что реально очень много. Во-вторых, этот способ намного дольше. А вот тот, что показываю я сегодня, намного дешевле и намного быстрее. Ну что, давайте начнем. Собственно, у меня есть вот такой вот YouTube канал. Я загрузил сюда совсем недавно два последних ролика. Один более 30 минут и второй более 15 минут. Почему именно такие ролики, расскажу вам немножечко позже. Ну а для начала нам нужно перейти на сайт smmscale.com. Я его уже открыл, но специально для вас ссылочку оставлю в закрепленном комментарии под видео. Собственно говоря, это и есть тот самый сайт, с помощью которого мы сегодня и будем накручивать 4000 часов просмотров к нам на канал. От себя могу добавить, что сайт действительно классный, и сколько бы я им ни пользовался, всегда все быстро и четко работает. Давайте сначала зарегистрируемся, нажимаем кнопочку «Подключиться». У нас открывается форма регистрации, давайте ее заполним, вставляем наш email, придумываем имя пользователя и, соответственно, придумываем пароль. Когда все готово, нажимаем «Создать аккаунт». И все, мы успешно зарегистрировались, давайте приступать к нашему заказу. Для начала выбираем категорию, тут на выбор представлено множество социальных сетей самых популярных, но нас интересует категория YouTube просмотры. И, собственно, выбираем услугу. Нас сегодня будет касаться две первых услуги. Это набор 4К часов просмотров 15 минут из рекомендаций и набор 4К часов просмотров от 30 минут. 15-30 минут — это, соответственно, длина роликов, о которых я говорил вам ранее. Покажу сегодня на примере обоих услуг, как это все работает. Ну что, давайте сначала оставим вот это вот 15 минут из рекомендаций, после чего нужно вставить ссылочку на видео, собственно, то самое видео, которое у нас более 15 минут. Так, давайте скопируем ссылочку и вставим ее вот в это поле. Что касается количества, то я указываю 4000 просмотров. Почему именно столько, сейчас расскажу. Смотрите, в описании сказано, что 1000 просмотров — это 250 с чем-то часов просмотров. То есть для того, чтобы нам набрать 1000 часов просмотров, нужно умножить это количество на 4, соответственно, получается 4000, столько я и указал. Ну, простая математика, я думаю, вы и сами все поняли. То есть я вот заказал 4000 просмотров, и значит, у меня будет 1000 часов просмотров. Пока я, кстати, закажу всего 2000 часов просмотров, 1000 на этой услуге и 1000 на второй, просто чтобы вам показать, что просмотры реально крутятся, а потом все это дело еще дозакажу. Так, вроде с этим разобрались, и теперь нажимаем «Заказать». Ага, пишет «Недостаточно средств», давайте пополним баланс. На верхней панели вы можете найти вот такую вот иконочку, здесь нужно нажать «Пополнить». И далее вылезает такая менюшка, где мы выбираем платежную систему. Здесь можно пополнять с помощью различных электронных систем, с помощью криптовалюты даже, ну и с помощью различных банковских карт. Теперь вводим сумму для пополнения. И нажимаем «Перейти к оплате». Далее я снова выбираю банковскую карту. И теперь быстренько давайте введу реквизиты. Нажимаю «Оплатить» и ввожу код, который мне пришел из СМС. Собственно говоря, на этом все, мы успешно пополнили баланс и можем возвращаться на сайт. Так, видим, что баланс действительно пополнился, и теперь можем нажимать «Заказать». Все, успешно создали заказ, и теперь давайте перейдем к работе над вторым нашим видео. Давайте сразу же скопируем ссылочку, переходим на канал, видео более 30 минут выбираем, так, копируем адрес ссылки, переходим обратно на сайт, давайте поменяем услугу, теперь нам нужна вторая, видео от 30 минут. Вставляем сюда нашу ссылочку, и количество теперь я пишу 2000. Собственно говоря, опять же, простая математика, видео у нас идет в два раза дольше, а значит количество просмотров нам нужно в два раза меньше для того же числа часов. Нажимаем «Заказать». И все, с помощью двух этих заказов мы накрутили 2000 часов просмотров. Это всего половина от того, что нам нужно, но, как я уже сказал ранее, вторую половину я накручу немножечко позже. Сейчас просто мы дадим немножечко время, пока просмотры накрутятся, и посмотрим, что действительно все работает.
Ну что, ребят, прошел где-то пару дней с момента, как у меня все накрутилось. Смотрите, у меня есть уже 2000, даже больше чуть-чуть, чем 2000 часов просмотров. Скорее всего, это потому, что еще там за предыдущие ролики что-то, аналитика отображается. Но, собственно, как вы сами видите, все действительно работает, и поэтому сейчас я докручу еще вторую половину. По сути, сделаю все то же самое, поэтому, наверное, показывать этого не буду и вернусь к вам уже с готовым результатом. Ну что, ребят, прошел где-то еще пару дней, я снова открыл аналитику Ютуба, и все так, как мы и хотели. Вы видите, что у нас появилась заветная ачивка, 4000 часов просмотров, и вот уже теперь мы спокойненько можем идти и подключать монетизацию. Ну а на этом все, я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, я действительно старался. Ну а за старание можно и лайк поставить, и подписочку на канал оформить, чтобы не пропускать следующие выпуски. Кстати, напоминаю, что чтобы вам не пришлось ничего искать, ссылочку на сайт, который я использовал в этом видео, я оставил в закрепленном комментарии, поэтому переходи и попробуй все самостоятельно. Ну а меня по-прежнему зовут Кирилл, мы увидимся в следующем видео. Пока-пока!